Приветище, это Slime Rancher 2, и мы находимся в моей лаборатории. В общем, цель сегодняшнего дня — нам нужно расширить вакап. Дополнительный отсек в него затолкать. Для этого нам нужен шелковый песок и скалистые плорты. Со скалистыми плортами проблем у нас не будет, потому что скалистых слаймов мы добыли в прошлой серии. Вон они у нас там, скрещенные с судильщиками. Вот такие вот милоши. А шелковый песок нам нужно будет добыть на том острове, который мы открыли в прошлой серии. Ну и еще я хочу посмотреть, что у нас тут на станции связи. Так, Виктор Хамфрис, мы с ним болтали в прошлый раз. Может, еще раз ему позвонить? Сожалею, Беатрикс, но я сейчас занят. Если быть точным, то занят я конфликтом тостера с моей стиральной машиной. Вот это у тебя проблемы там, слушай. Я вернулся к экспериментам с робототехникой, и все идет довольно неплохо. Ладно, хорошо. Позвони Моти Майлз, моя лучшая подружка из первого Slime Rancher, посмотрим, что она нам скажет. Моти. И кто бы мог подумать, Беатрикс Лёба укатила в очередное путешествие и даже не подумала взять с собой милого дружочка, иногда соперника, но своего наставника навеки Моти Майлз. Ну, извини, ну так вот вышло, это вообще все спонтанно получилось. Серьезно, Бека? Когда в следующий раз сбежишь туда, где опасно, ничего не ясно, можешь хоть дать мне знать, а? Ладно, я подумаю насчет этого. Хотелось бы быть начеку, вдруг понадоблюсь. Помочь собрать всяких важных ресурсов, которыми остров, похоже, просто усеян. Что? Думаешь, я не могла сама выбраться на небольшую разведку? Что толку от спутников слежения, если они не умеют подглядывать? Короче, что-то она вообще конкретно обиделась, Моти наша. Моти. Короче, будь там осторожнее, у меня странные предчувствия насчет этого острова, так что я тут еще пошарюсь. О, и раз ты там все начинаешь с нуля, можешь взять этот коллектор преобразователя. Так будет полегче. Просто запишу его на твой счет. Чао, какао. Чао, какао. Ой, это же ее любимая фразочка. Я уж вспомнил. Коллектор преобразователя. Отлично, спасибо. Так, мы поболтали с моими двумя лучшими друганами. Но Моти меня немного, кстати, подбешивала в Slime Rancher в первом. Что ж, побежали на новый остров. Пора сделать дополнительный отсек, а то что-то как-то совсем маловато места. В общем, по пути к телепорту решил забежать вот сюда, вот на это место, где сломанный телепорт. Все это помнят, если смотрели мои предыдущие ролики. Вот тут вот я нахожусь, короче. И я хотел в прошлый раз, когда у меня не было ранца, слетать вон туда. Ну, тогда возможности не было, а сейчас есть. Так что полетели. Сейчас посмотрим, есть тут что-нибудь? Да, здесь-то ничего. Вот я прям чувствовал, что тут его спрятали. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Фрагменты камней. Катаясь вот по таким крошечным осколкам, скалистые слаймы и получают свои шипы. Будем знать. Получается, что мне осталось найти всего один тайник. И знаешь, мне почему-то кажется, что этот последний тайничок вон он там наверху. Хотя не факт. Я взобрался на эту гору, и меня здесь встретил каменный слайм. Но тайника здесь не оказалось. Но здесь довольно крутой вид, панорамный. Очень красиво, можно все рассмотреть, просто кошерно. Очень классно. Но вот то место меня все-таки больше всего заворажит. В общем, что, давай спускаться. Погоди, это же... Он все-таки здесь, он на этой горе последний. И что же тебе, спрятался тут за кустиками. И тут... Почетное место слайма номер один. Дает всем слаймам знать, кто из них однозначно номер один. Ну вот и все. На этом острове мы собрали все тайники. Это здорово. Пришло время отправиться на новый. Добрый вечер, вулканистая местность, где земля содрогается. Значит, нам сейчас нужно что? Найти побольше шелкового песка. О, горшочек. Ну-ка давайте разобьем. Ух ты, гляди, какого нашел! Не топырек, слайм! Подстерегает в ночи злюка, вечно жаждущий фруктов. Короче, о, вары появились. Летел, значит, за вот этой рудой, а нашел тайничок. Ну, шикарно, что у нас здесь. Пока открывается... Средние розовые коралловые колонны. Когда-то среди этих колонн плавали другие морские обитатели. Теперь они будут украшать мою ранчо, если я, конечно, захочу их поставить там. Ребятки, у вас тут тусня, да, продолжается. Ночная тусовка. Обожаю это место, оно очень красочное и красиво. Так,
Шелковые пески, они где-то здесь, кстати, были в прошлый раз. Ай, что-то я прилетел. Подожди, я под водопад. О, кувшинчик, горшочек. Вот сюда, я думаю, не буду рисковать. Но вот там вот что-то есть, мне кажется. Вон туда вот, смотри. Вот сюда вот. А, ну в этой пещерке мы тоже были. И как раз в этой пещерке я оказался шелковый песок. Два штука. Надо больше. Больше песка. О, ребята, я про вас совсем забыл про лужиц. Возьмем парочку. Лужица слайм. Держи одного такого в ботинке и не парься. Хотя это странно. Типа защита от пота, что ли, или что? Непонятно. Так, у меня... Фул, у меня места больше нет. О, кстати, тайничок, смотри. Давай-ка его заберем. Кажется, про него мне в комментариях писали, что я его не забрал в прошлый раз. Вак-отсек. Применяется в изготовлении для улучшения дополнительных отсеков вакапа. Вакпака, точнее. А то все вакап, вакап. Так проще произносится. Мне теперь надо будет у себя где-то сделать небольшой ручеек, куда я лужицы слаймиков запущу. Вот еще одна пещера, пойдем сходим, возможно, в ней тоже будет шелковый песок. Либо какая-то очень стрёмная опасность будет меня поджидать. Но тут... тут никого нету. Эта пещера, она сквозная, видимо, она... О, летучие мышки! О, лавовые, блин! Лавовые мне тоже нужны для улучшения. Но тут еще и тайничок, поэтому подождет. Сталагмит! Похож на гигантский зуб. Ну и хорошо. О, варов-то тут сколько. А я даже ни одну летучую мышку да не схватил. Черт. Жучок тут что-то делает, давай почитаем. Здесь я чувствую себя как дома. В путешествии по стеклянной пустыне именно такие пещеры, как эта, давали мне убежище и возможность продолжить свой поход. Однако только ощущение, что вокруг меня стены, а под ногами твердая земля, бывало достаточно, чтобы закрыть глаза и пережить еще одну ночь. Но без некоторых вещей я все же обойдусь. Если я еще хоть раз почувствую запах жареного кактуса, меня уж точно стошнит. Фу, жареный кактус. Каково это, интересно. Значит, там вот лавовый плорт, но у меня сумки забиты. Я, короче, хотел здесь... Ой, как вас тут много. Схватить летучую мышку. Не топырьку. Но, как мы видим, они все превратились в варов. Это жутко. Так, но есть... А, это скалистые? А нет, это их, эти, плорты. Так. Я думаю, может быть, не топырка выпустить, а плорты собрать и потом там с кем-нибудь скрестить. Так будет намного проще, наверное. Так, ладно, не топырка, лети отсюда. Ой, ее сразу сожрали. А вот это я заберу. Кристальный плорт. Блин, будет фигово, если это не плорт, не топырка. Это очень будет плохо. Я просто тогда зря отдал на корм варам слайма. Блин, тут реально кристальные слаймы существуют. А не топырку я зря выкинул. Ай-яй-яй-яй-яй. А, погоди, это не лавовые здесь. Здесь вот такие огненные слаймы обитают. Подожди, я им... Ему вообще пофиг, даже на лаву вару этого. Офигеть. Вот же они жестокие. Катись отсюда. Ну-ка, тут у нас есть еще интересное? Фосфорные. Оу, я нашел гордо. Не топырек, гордо. И он обожает фрукты. Но какие? Давай посмотрим. Слаймопеди. Мне нужны слаймики. Где у нас здесь? Вот он ты. Они обожают... Что это за фрукт такой? Какой-то каменистый фрукт. Так. Вот это что? Это то, что я думаю или нет? Ну-ка. Блин, нет, это не то. Шелковый песок. Какие проблемы с тобой? Так, я, короче, принял решение, что лучистую руду я выкидываю. И возьму вот эти вот... Бумплорты. Они мне сейчас нужнее. Все, я покидаю эту пещеру. Потому что она очень опасная. Там куча разновидностей слаймов. Соответственно, куча плортов. А ввиду этого, там появляется огромное количество опасных варов. Так что, подожди-ка. Кажется, здесь, возможно, лавовые... Ой, злые лавовые. Понятно. Мне бы обычных лавовых найти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, а вот это вот, кажется, мне пригодится. Да, это то, что я думаю? Нет, это не то. Шелковый песок, обломись. Эх, там вот есть водопадик. Сейчас я до него долечу. Вверх! Ну, как бы очень плохо вверх получилось. И я падаю снова. Давай-ка еще разок, и вон туда.
И вон туда. О, отлично. Получилось. Но без ранца я бы не долетел. Так, я вон там. О, то, что мне нужно. Летим сюда. Скорее. Ай, в лаву упал. Вон они, лавовые. Значит, плортики я выкидываю. А вы мне нужны. Вы мне очень нужны. Лавовые слаймы. Вот, отлично. Ребятки, вы мое спасение. Отлично. Но разработчики, конечно, постарались. Очень красочное местечко такое. А я тут, кстати, еще заметил, кажется, то ли дрона, то ли метку карты, которая разблокирует нам местность. Я смогу смотреть в карту, потому что сейчас тут один туман кругом. Минуточку, прыгаем на водопадик. Вил! Есть. Кажется, вон туда нам надо сейчас попасть. Давай отсюда попробуем запрыгнуть. Ребятки, ну не мешайте вы мне. Оп. Ладно, вначале сюда. А, там дрон. Это дрон. А, нет, это метка карты, отлично. Разблокируем. О, ну хоть какая-то часть разблокировалась. Шикарно. Ну чего? Вроде бы здесь все. Продолжаем поиски песка. А вон там, кстати, дрон, смотри. Так высоко. Бум, гордо. Пойду отмечусь, потом за дроном схожу. Хотя, блин, логично было вначале дрон схватить и оттуда уже лететь. Давай за дроном. У меня куча мыслей в голове, все смешалось. Опачки. Давай почитаем. Мне так и не удалось определить, что именно вызвало здесь извержение лавы на поверхность. Призматические волны? Я почти не сомневаюсь в этом. Радужная трава и переливчатые камни прекрасны. И вроде бы в какой-то степени экосистема смогла существовать с ними. Но лава — это уже перебор. Моя версия такова. Все начиналось, как это всегда бывает. Каждый год температура ползет на несколько градусов выше, и ты почти ничего не замечаешь. Как вдруг в один прекрасный день — бац! Поздравляем! Уф, хотелось бы мне иметь собаку, чтобы погладить ее сейчас. Как он интересно переводит тему. Вначале тут про терраформацию планеты рассказывает, как тут образовалась лава, а потом говорит, ух, как бы мне хотелось собаку. А вот это что такое? О, какая милая статуэтка, и в ней... А, это просто камень? Это камень! Подожди, может его в лаву засунуть? Как думаешь? Давай попробуем. Может это просто украшение какое-то? Либо его куда-то поставить надо. Не. Может его реально куда-то поставить надо? Я немножечко поджегся. Так. Ну, очень красивый камень. Я его, наверное, здесь оставлю. Вот тут вот. Пускай он тут потусит. А я пойду отмечу вот этого города. Мясо тебе принести, мясо, да? Но у меня, к сожалению, нет мяса. О, тайничок нашел. Тут прям лава стекает с горы. Опасненько. А что в тайничке у нас? Бассейн с магмой. Нет ничего лучше купания в бассейне из горячей расплавливающейся магмой. Если вы, конечно, огненный слайм. Но нет, простите. Как не хочется в такой бассейн. О, а там еще тайничок. Вон же чок, которого мы читали. А тут вот тайник. И тоже вот эта фигурка. Блин, что же это за фигурка такая? Может, я ее сейчас научусь делать? Крупный сгусток магмы. Эти сгустки магмы вырвались из самой толщи земли и выделяют невероятно много тепла. Окей. Так, я возвращаюсь обратно. Потому что я шел куда-то сюда, и там вон вижу руины какие-то. Ребятки, как вам тут живется? У вас тут отличная атмосфера, мне очень нравится. Но жарковато. Честно скажу, жарковато. О, еще один тайник, нифига себе. Тут они на каждом шагу. Чего пойдется? Среднее красное пепельное дерево. Эти пепельные деревья достаточно высоки, и их красным листьям жар не страшен. Ладно, я учту это. В декорировании своего дома. Ты смотри! Смотри в экран, видишь, как все как бы плывет вот так вот от жары. Ты представляешь, насколько здесь жарко? Аж экран размывает. Вот и дела. Но я все выше и выше поднимаюсь, в надежде, что в руинах я найду чего-то очень важное. Но важнее, чем шелковый песок, сейчас ничего нету. Можно и на лаву, в принципе, запрыгнуть, поджарить свой попец. Ладно, давай рискнем. Ранец, выручай меня. Опа. Отлично. И что у нас здесь? Кто тут у нас? Здесь просто розовые слаймики тусуют. Возможно, тут будет какой-то телепорт.
старый древний телепорт. О-о-о-о-о-о-о. Но это я, конечно, вот эти руины видел еще в прошлой серии, но свысока они смотрятся очень круто. Так. Возвращаюсь обратно. Возвращаемся обратно. Я уверен, что тут что-то спрятано. Просто я его еще не нашел. О, кувшинчик. В кувшинчике курица застряла. Что-то тут, походу, нету ничего. Прикинь. Тут ничего нету. Но почему? Почему тут ничего нет? Хотя вот тут, кажется, лазеечка. Вот тут можно что-то куда-то еще повыше забрать. Вон! Вон, вон, вон. А, это кувшинчик. Блин, я думал, тайник. А, это кувшинчик. Ну, сейчас его разобьем, посмотрим, что в нем. Что в тебе? Куркурца. Куркурца. Три штуки вывалилось. Ну и вот я подбираюсь к лаве, да? Где я хотел поджарить свой попец. Интересно, если я на нее наступлю. Я загорюсь? Так, подожди. Да, я загорелся. Глупая идея, да, проверить, загоришься ты от лавы или нет. Но мне кажется, я уже забрался очень высоко. Давай, ранец. Ах, как я высоко. И вот тут вот наверняка будет тайник. Да? Тут же будет тайник? Но он тут должен быть. Да, я залез, но здесь ничего нету. Это чисто мое достижение. Сам себе галочку поставил. Ладно, бежим вон к тем разваленным вратам. В надежде, что что-нибудь по пути еще встретим интересное. Возможно. Не, ну я уверен, что в этих горах, тут просто смотри, сколько всяких выступов, столько лазеек интересных. Я уверен, что там есть тайники. Просто я их сейчас не нашел. О, карта, вон, вижу карту. Сейчас мы ее разблокируем. Сейчас. А вот этого дрона я читал. Ну-ка, давай посмотрим. Знаю, у меня здесь есть миссия, но это нисколько не меняет одного. Гейзеры. Это все так же чертовски весело. Думаю, я могу себе позволить поплескаться несколько минут. Как в старые добрые времена. Да, гейзеры — это реально весело. Это увлекательно, я бы сказал. А что это такое? Это что такое? А, это руда. Понятно. Ну, наконец-то я разблокировал еще и эту карту. Вот эту часть. Обалденно. Еще одна пещерка. Надеюсь, что тут я найду нужный мне ресурс. Оу! А тут у нас нетопырички. Нетопырички. Ладно, гуляйте. Я вас брать с собой не буду, потому что мест нету. Извиняйте. А вот, кстати, их фрукт. Это гранитник. Ну, я был прав, что это камни-ягода какая-то. Тут еще и гордо сидит кристальный. Важный. Прям как король. Я, короче, понял, где искать шелковые фонтаны. Вот на таких вот местностях, где есть песок. Я наконец-то добрался до этих руин. Сейчас посмотрим, что тут внутри. В первой части в руинах было довольно весело. Там еще были врата Тануса. А здесь, по-моему, вообще ничего. Тут куча слаймиков, они тут веселятся, им тут хорошо. Ну тут просто сами руины еще маленькие, поэтому скучновато. Но зато я нашел здесь жучка. Сейчас узнаем, что тут было. Моим первым прорывом было превратить все это скопление руин в прекрасный сад. Что и произошло в тот же день. Я никогда не узнаю, для чего это место служило изначально. Но мне тогда казалось, его создателей порадовало бы, что в таком далеком будущем кто-то позаботится о том, чтобы у него осталось какое-то предназначение. Сейчас на это нет времени, но я все же посажу здесь хотя бы несколько моих любимых цветов. И надеюсь, что когда-нибудь они распустятся и снова разрастутся среди этих руин. Может, если однажды мне удастся вернуться домой, я увижу это своими глазами. Он все же покинул этот остров? Я правильно понял? Он говорит, что если мне удастся вернуться домой, я увижу, как эти руины разрастутся. Ну как бы да, они разрослись, тут есть деревья, тут все прикольно. О, авары появились. Тут как бы прикольненько, но не до конца. Смотри, что нашел. Чудной лук. Но, к сожалению, взять с собой я не могу. Карман сыфул. Пещера, дай мне, пожалуйста, шелкового песка. Кстати, тут песка навалом, поэтому он тут может быть. Я вот уверен, что он должен быть тут. Отличное местечко. И что-то пока ни шиша не вижу.
Это грустно, это печально. Вон он выход, а песка здесь... Оу! Воу-воу-воу! Ты посмотри, что я тут нашел. Здесь есть тайник. И вот непонятно, это лавовый? Да, это вроде лавовый. Слайм? Топ нет случайно? Так, а вон двери, кстати. О, и вон туда нужен лавовый. Ага. О, вот еще что я искал, то, что нужно. Наконец-то я нашел тебя, шелковый песочек. Так, здесь нужно два лавовых плорта. Надо будет запомнить это местечко и потом сюда вернуться. Нашел еще один тайничок. Рывковая площадка ненадолго ускоряет без затрат энергии. Классная штука, но, скорее всего, я пользоваться ей не буду. И-и-и, еще шелковый песок. Как же его сложно искать. 7 штук. Все. Нужное количество набрано. Миссия выполнена. Возвращаемся домой. Не, ну ты посмотри, это издевательство. Теперь этот шелковый песок, когда я иду домой, встречается мне очень часто. Это реально издевательство. Ну вот я и дома, тут ничего не изменилось, только фруктики опали. Значит, покупаем загончик. Делаем ему высокие стены, обязательно запускаем наших лавовых чувачков. И скармливаем ему кристальные плорты. Ох, какой он классный получается. Кушайте, ребятки, наслаждайтесь. Эти, кстати, тоже очень опасны. Они тоже взрываются и шипами своими могут наносить урон. О, видал? Очень опасные чудики. Вот это я скрестил, так скрестил. Че, получается, всех скрестил? Отлично. Купим сейчас им еще плортосборник. Так, а что вы едите? Мясо и овощи. Отлично, то, что нужно. Собираем, значит, сейчас каменные плорты. У меня тут есть приемник? А, их покормить же надо. Ребята, хромкайте. Всего один латук остался, держите. Ну вот и чудненько. Надо, кстати, посмотреть, что по ценам с плортами. Какие сейчас в тренде. Топовые, самые дорогущие. Значит, кто у нас? Вот, у нас есть кристальный. 45 кристальный, офигеть. А скалистый 39 и растет в цене. Плавовый 43. Так, нетопырские 40 стоят. И они, кстати, в цене стабилизировались. Не падают, не поднимаются. И что там, кто там у меня еще? Лавовые, кристальные. А, этот, удильщик. Удильщик 29, вот. И цена растет, отлично. Кстати, удильщика можно продать. Вот. Все, я отправляюсь в свою лабораторию. Срочно, срочно, срочно. Еще нужно слайм-лужицу куда-то деть. Надо придумать. Надо придумать, куда же их засунуть. Вот так вот. Скалистый плор тоже отправляется сюда же. И вроде бы все. Наконец-то, наконец-то дополнительный отсек. А, ньюбаксов теперь не хватает. Деньги есть, гони отсек. Живенько, живенько, бодренько. Ну, наконец-то. Такое облегчение. Теперь у меня 5 отсеков. Фух. И жить стало проще. Курятник я нафиг сношу. Потому что он мне тут не нужен. Вот этих куриц тоже. Сейчас я каменистым скормлю. Пускай они... А, хотя можно и лавовым тоже скормить. Кушайте. Вот так вот. Кушайте, хрумкайте. И я там сейчас сделаю мини-лужицу для своих лужица-слаймов. Освобождаем участочек, да. И мне нужен... Вот он, прудик. Прудик, прудик, прудик. Ну чё, слаймики, смотрите, какая прозрачная водичка у вас будет. И, конечно, места маловато, наверное. Ну, хотя не, вам тут нормально будет. Кушать хотите? Вы же воду едите, разве нет? Что это такие рты у вас, как решетки красные? Вы что, меня сажать хотите? Это ложится зомби, что ли? Опасно! Все нормально у вас, ребят? Я думаю, да. Все ок. Ладно, с этими закончили. Насчет грядки с овощами. У меня теперь больше стало слаймов, которые обожают овощи. Надо бы здесь удобрение подкинуть. И полив замутить. О, чудесно. Теперь идем к бум-слаймам. Кристально-бумовым слаймом. И забираем у них плорты. 5 штук. Маловато будет, мне нужно побольше. Вот этот загон вообще опасный. Туда лучше не залазить. Давай-ка я им музыкалити воткну, может, получше станет. Успокоит их. Все, плортов нужное количество набрал. И идем в нашу лабораторию. Ну, кстати, музыка что-то поспокойнее их не делает. Не релаксирует их.
Они, в принципе, такие позитивные, взрывные и острые. Значит, для чего я собирал бумплорты? Для того... В смысле? Да, у меня есть бумплорт. Я их сюда в бочку не закинул. Туплю. Все пытаюсь опередить события. Значит, для того, чтобы сделать сапоги-скороходы. И денег нет, как обычно. Деньги есть, покупаем. И замеряем. Насколько... я значительно стал шустрее бегать. Крутяк. Единственное только, что на ногах у меня до сих пор сандалики, а не сапоги. Они ж по-другому выглядят, да? Чувствую, что меня где-то киданули. Ну вот, и быстро время пролетело, и нам уже пора закругляться. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под видео, подписаться на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующий крутой ролик. Ну и, конечно же, Яндекс.Дзен. На него тоже стоит подписаться, все ссылочки будут в описании. А мы увидимся с тобой в следующем ролике. Так что до встречи!